Здравствуйте. Я знаю, что вы ждете. Да все ждут любви. Много людской любви. А сейчас осень. То, что над нами творится, то, что в нас творится и под землей, это вибрации. Не боитесь? Да, вы чувствуете, вам плохо, вы думаете, что вы больные, но вы не больные. Просто идут перемены. В нашем теле хаос, и в нас хаос. Да, вокруг тоже. Но если вы смотрите в небо, как вчера, солнышко, через 10 минут дождь. Солнышко, опять дождь. Значит, уже какой-то порядок. Значит, будет этот порядок. А вам только надо научиться эти законы исполнять. И все связано с любви. С очень большой любви. Ведь Матушка Земля нас терпит, а мы не умеем себя вести. Мы берем, в кучу кладем, и нам кажется, что мы очень богатые, мы очень сильные. А знаете, по закону мы можем столько брать, сколько нам нужно, а не в кучу. Значит, надо это остановить. Батюшка и Мать Земля остановят мужскую энергию, которая думает, что надо мериться краниками, надо воевать, надо свою силу показывать. А может быть, не надо? Может быть, надо в порядок в каждой своей земле навести. Может быть, каждому владыке надо любить свой народ. И не надо сравнивать с другими. Ведь и у Бога, и у Матушки Земли тоже есть терпение. Они нас любят. Но мы вести себя не умеем. Внутри души у вас тоже много любви. Вы боитесь это показать. Но что мне нравится в русском народе, у вас большое сердце. Даже телосложение у вас с большим сердцем. Я рада за вас, что вы это умеете. И многим другим народам надо следовать за вами. Но то, что не надо вам делать, это показывать свои мускулы. А свои мускулы надо, чтобы землю обрабатывать, свой хлебушек, свою природу любить и охранять ее, а не использовать. Вот там, пожалуйста, свои мускулы. А ум, ну это чтоб вы стали умнее, чтоб ваше новое поколение, ваши дети и правнуки еще жили там, где вы живете. А то не будет никого. Мы друг друга уничтожать будем. А кому это нужно? Нам не нужно, вам не нужно, никому не нужно. Я очень вас люблю, потому что люблю людей. И я знаю, что моя страна станет Голландией для северных стран и для России. То, что мой народ умеет, это землю обрабатывать, создать красоту. Вы же это знаете. Вам здесь тоже нравится. И те, которые здесь родились, у них здесь только одна родина. Другой у них нету. Только здесь. И, как кот Леопольд сказал, давайте жить дружно. До свидания.